для нас это. Мы нужны всем, ни при чем, для которых счастье. За что же нам покоя, если нет власти? На своими помыслами плотных идей ты бросаешь сына и достаешься ей. Миллионы слез на глазах мамы не объяснить сыну, что не придет папа. И даже если вернешься, сказав извини, окинуть эту отмазку проще, чем прости, пускай хватает сил тебя с отчаянием пустить, но будет уже не храм, а дом, который сносить, и ты на цели стереть. Это сценарий, какие здесь оправдания, типа не парит интеллект под влиянием. Не могу без нее, но ведь была семья, а теперь нет ничего, ни велика премудрость стать единым телом, а ведь оно ломает все, похотливое дело. И в надежде спасти ты просишь помощи неба, вдобавок себя любишь, какой бы мразью не был. Маска жертвы, пускай сама обман тянет тебя первым. Жена, дети будут ранены твоим поступком. Ты бросил тех, кого Бог берет, очень хрупких. Посмотри на эти невинные глаза, которым не осознать, потеряли отца. Опять рушим семьи, причем те, в которых счастье. За что же нам покой, если нет власти? Над своими помыслами блудных идей ты бросаешь сына и достаешься ей. Миллионы слез на глазах мамы, не объясни сыну, что не придет папа. И даже если вернешься, сказав извини, окинуть эту отмазку проще, чем прости, пускай хватает сил тебя с отчаяния пустить, но будет уже не храм, а дом, который сносить. Ты просил у Бога истинной любви, не по заслугам поглощал небесные цветы, диктуя всем свое эго в образе прости. Гласил когда-то любимой, умоляю, извини, ей может хватит боли тебя с отчаянием пустить, но ты вряд ли сможешь желание ее изменить. И может хватит сил тебя с отчаянием пустить, но будет уже не храм, а дом, который сносить. Все загубить, давай Богом.